Привет, друзья, с вами Ваймс, я продолжаю проходить Resident Evil Zero. Это традиционно не то, что я хотел сделать. Почему я постоянно пытаюсь открывать инвентарь на... какая-то кнопка на падибокса? На Y? В какой-то другой игре он так открывался. Причем в какой-то игре, в которую я в последнее время играю часто с геймпадом. Ладно, неважно. А что у меня тут происходит? У меня есть батарея, и я могу на улице включить. Правильно. Тут теперь появится толпа зомби и прочие ереси. Нет? Удивительно. Ну ладно. Тогда... Так. И... Да. Потянуть ящик не могу, так что мне надо одного персонажа туда поставить сначала. Так что ли? Или я могу через него перелезть просто? Да. Ну ладно. Ребекка, отойди. Роджер. Я сказал тебе, отойди. Окей. Let's regroup. Roger. Ну, посмотрим. Кто меня тут убивать будет? И зачем? Хватит ли мне одного этого ящика? Так примерно. Хватит. Ну, окей. Это было на удивление просто. Никто меня даже не пытался убивать. Так, где у меня все молотовые бутылки, канистры и прочая ересь? Потому что у меня что-то из этого было. Дайте мне карту. Там у меня куча всего лежит. И что-то из этой кучи всего как раз, по-моему, бутылки и канистры справа. И там даже, по-моему, зомби не мешают по пути. Ну, сейчас посмотрим, разберемся. Для начала нужно выложить... Ну, в принципе, нужно ли выложить... табличку. Что у меня с инвентарем у Ребекки? Он почти пустой. Можно ей отдать просто все эти таблички. 53. В принципе, проще их за нее сразу подбирать. Да. Потому что молотовые полезны против черви-зомби. А черви-зомби как-то в последнее время массово попадаются. Тут у меня есть бутылки, да. И гранатомет без патронов. Ну, с одной гранатой, по-моему. Я не помню. Здесь, правильно? Да, здесь что-то есть. И, по-моему, это как раз канистра. Или это еще бутылки? Нет, это вообще патрон для магнума. Тогда я понятия не имею. Где-то у меня были канистры. Наверное, в подвале. Но я не хочу идти в подвал. Хотя... Ну-ка...
Так, ну там два ножа. Как мне посмотреть? Нет, это не то. Нет, это тоже. Да. Подвал центра. Там в сохранялке что-то есть. Ну, там патрон для магнума, там я помню. А сохранялка это... Блин, какой это подвал? Я запутался. Для начала я возьму бутылку. Потому что если там канистры, то мне пригодятся бутылки. Могу ли я туда вообще безопасно пройти? Потому что, по-моему, это тот подвал, который здесь. Или нет? Ну-ка, секунду. Подвал центра. Нет, этот подвал здесь. А там подвал, который подвал. Да-да-да, с кругом с этим. Тогда отсюда проще? Или нет? Нет, отсюда не проще, потому что это вообще не туда ведет. Хочу все-таки в этот подвал сходить. Я немного запутался, куда что ведет. Ребекка со мной телепортируется? Несмотря на то, что она отстала. Должна вроде. Да. Окей. Здесь вход в подвал. И в подвале что-то. Возможно, что-то, что мне нужно. Тут как минимум лента есть для сохранения. Но у меня нет места, чтобы ее вынести в более адекватное место. И нет, здесь всего лишь трава. Тогда я вообще понятия не имею. Ладно, пофиг. Потому что больше я даже на карте нигде не вижу предметов, которые могут быть канистрой. Потому что здесь это все. Здесь патрон для магнума. Здесь вообще ничего нет. Здесь два ножа. А здесь лента, шотган и гарпун. Наверху вроде лента, в центре что-то. А справа в комнате гранатомет, справа далеко это... Как она называется? В общем, я там был, патрон для магнума тоже. Все, больше нигде ничего не лежит. Так что хрен его знает. Возможно, у меня просто нет канистры. У меня казалось, она где-то была. А, стоп, и кто-то мне сказал, что эти вот химикаты, которые я видел и не мог забрать, что их может забрать Ребекка. Я не совсем помню, где они. Вроде на втором этаже особняка. Ну, точно не в подвале. Там такой баллон был. И с ним можно что-то сделать. Ну, заодно сейчас посмотрю, что лежит здесь на втором этаже.
Здесь на втором этаже лежит. Вообще не вижу, что здесь лежит. Карта почему-то мне показывает, что здесь что-то лежит. Окей. Видимо, оно как-то очень криво лежит. А, вот, да, действительно лежит. Печатная лента, нет, не нужна. Окей. А мне сюда или не сюда? Нет. Мне вот туда. Тут обезьяны. Это нехорошо. Так. То, что у меня кончились патроны, тоже не очень хорошо. А у Ребекки тоже не так уж много патронов. Печаль. Оно было здесь вроде бы. Да, вот этот баллон. Допустим, зеленый химикат. Контейнер с зеленым химикатом. Помогает нейтрализовать эффект отравления. Окей. Использовать я могу? Да. То есть это просто противоядие такое переносное? В отдельный слот. Окей. Допустим. Я не уверен, что ради этого стоило тратить остаток моих патронов к шотгану. Но может быть оно когда-нибудь пригодится. Видимо, это на случай, если там же рядом комната с ядом была, на случай, если я потрачу всю синюю траву и все равно свалю яд. Хотя обычно в Resident Evil таких случаев не предусмотрено, точнее, на такие случаи предусмотрена загрузка с последнего сохранения. Ну ладно, так, мне сюда вроде бы. И сюда вроде бы. И теперь я могу вставить три таблички и посмотреть, что будет. I'll go alone. Roger. Окей. Окей. Вставляй. Ну-ка, а что-нибудь на нем написано, интересно? Особая дисциплина написана над ним. Нет. Ничего интересного на нем не написано. И последний. Это лифт? Нет? Да. Вся эта башня — это лифт.
Окей. Как-то это слишком наркоманство. Let's go. Yeah. Ну, теперь я могу сюда выйти. Теперь я, по-моему, не могу назад вернуться. Или могу. Что будет, если я потрогаю эту дверь? Она куда-то ведет. Она ведет к обезьянам, окей. Да, блин. Она сюда ведет. Окей. Теперь я знаю. Теперь у меня, правда, жизни сильно меньше, но теперь я знаю. Прямо совсем сильно меньше. И патронов сильно меньше. Ну, надеюсь, с этой стороны точно так же на меня сразу обезьяны не нападут. Судя по звуку, на меня кто-то нападет. Нет? А, это тупые птицы. Точнее, это тупые летучие мыши. Возможно, менее тупые, чем птицы. Туда нельзя пройти? Окей. А, понятно, почему туда нельзя пройти, потому что это... Надо стоять на кнопке, чтобы дверь открылась. Закрыто с другой стороны. Лифт обесточен. Больше здесь ничего нет. Ну, видимо, да, надо стоять на кнопке одним персонажем, чтобы другой мог зайти внутрь. Внутрь пойдет Билли. Let's split up. Okay. Потому что он толще, у него лучше пистолет. Ну, он, возможно, толще. И у него точно лучше пистолет, потому что я его проапгрейдил. Ну, окей. Никто не убивает, уже хорошо. Но здесь ничего нет. Только еще одна дверь. Патроны. Тут тоже ничего нет. Возможно, я чего-то не понимаю. Тут есть гранатометные напалмовые патроны, их стоит, наверное, тоже взять. Тут есть сохранялка. Тут есть патроны для шотгана, и все. Или не все. Ну ладно, гранаты я возьму. Босс? Это же Бэтмен. У меня как раз нифига нет жизни. И гранатомета.
Ну тебя нафиг, Бэтмен. Могу ли я где-то взять жизни гранатомет? Тут ничего не открылось, естественно, от этого. Ну, я подозреваю, что мне нужно убить Бэтмена, чтобы что-то случилось. Ну, блин, могли бы здесь аптечку хотя бы положить, или в сохранялке аптечку положить. Ладно, так, инвентарь. Выложить эту хрень. Ну, пока что выложить эту хрень. И я пойду сбегаю за гранатометом. Это звучит как хорошая идея. Я думаю, гранатомет эффективен против Бэтмена. Другой вопрос, как туда попасть правильно? Правильно, это не через толпу врагов. Я сейчас там. Я могу попасть... Туда, в принципе, там, по-моему, тоже были враги. А, собственно, да. Вот так туда попасть правильно. Может быть, стоит сохраниться в отдельный слот? В отдельный, потому что правильнее было бы сначала... сначала пойти убить Бэтмена, а потом идти в сторону, где меня сожрали обезьяны. Ну или, по крайней мере, вообще туда не ходить. Так что... Я сейчас сохранюсь. Да-да. Теперь я выложу обратно эту хрень. И теперь я пойду возьму гранатомет. Но аптечек реально не хватает. Также, блин, я уже два раза находил патроны к Магнуму, но не нашел сам Магнум. Это как-то печально. Возможно, я что-то где-то пропускаю. Обычно оружие попадается раньше, чем патроны к нему. Ну, или оно... Стоп, а эта дверь теперь куда-нибудь ведет? Или оно хочет, чтобы я... Не знаю. Набрал 1 000 000 патронов к финальному боссу? Нет. Эта дверь теперь никуда не ведет. Ну, логично, конечно, но вдруг... Мне бы хватило одной зеленой травы, потому что у меня есть красная. Но, увы. Ну, я где-то вначале потратил одну зеленую траву просто так. Стоп, я не туда иду. Надо было ее тогда не тратить.
сейчас бы как раз хватило восстановить жизнь полностью одному персонажу. В этой комнате тоже ничего хорошего нет. Окей. Там колокол. Может, с ним надо что сделать? Не знаю. Но для начала я хочу выложить патроны. Взять другие патроны. Зарядить их и подобрать свои патроны обратно. Ну, Бэтмен. Я пришел тебя убивать. Не уверен, как именно это лучше делать. Ау. Ну, не так. И не так, определенно. Какой опасный Бэтмен. Пойду попробую с шотганом его убивать. Вдруг на него мало нужно выстрелов на самом деле. Потому что шотган, по-моему, по крайней мере, проще по нему попадать из шотгана, наверное. Хотя хрен его знает. Тут ведь был проход? Нет, я наркоман. Если Ребекку заставить сойти с кнопки, то дверь закроется? Да. То есть вдвоем к нему не пойти. Окей. Это печально. Я до него вообще не достреливаю. И с этим я ничего тоже не могу сделать. Хм. Что же делать с Бэтменом? Стоп. Есть одна безумная идея, но она безумная. Так что вряд ли. Безумная идея. Она заключается в том, что Бэтмена может победить Скорпион из Mortal Kombat. Так что мне нужен гарпун. Это не отменяет того, что у меня нифига нет жизни, так что... Так что Бэтмен меня все равно ваншотнет.
Но все-таки. Альтернативно, может быть, от него нужно просто уворачиваться какое-то время, и он приземлится. Ну, сейчас посмотрим. Я попробую заюзать гарпун. Если он не заюзается, то я попытаюсь что-нибудь еще сделать. Потому что гарпун, он не оружие, он его нельзя выбрать. Правильно? Да, его можно только использовать. Так что, если я его из инвентаря не могу использовать, значит, он там бесполезен. Может быть, он где-то в другом месте полезен. Может быть, нет. Может быть, он на поезде использовался, и все. Но тогда бы, я думаю, мне сказали, что его можно выкинуть. А мне не сказали. Вдруг какая-нибудь секретка здесь с гарпуном связана. Окей. В этих летучих мышей я не могу целиться. Бэтмен. Нет. Ну, это печально. С алтарем я тоже ничего не могу сделать. И он меня просто сразу схватил и ваншотнул. Не, надо же не ваншотнул. Что тут за надписи? Окей. Разгружу первое сохранение. Насколько оно давно было? В самом начале? Да. Ну, в принципе, я почти ничего не сделал за это видео, так что... Мне нужно просто забрать три таблички, забрать гранатомет и пойти туда. Я не могу туда что-нибудь положить. Нет. Ну или... Да, блин. Или могу, но я не уверен как. Остальные просто не нажимаются. Ну окей. Опс, нет. Ну ладно, теперь у меня есть больше жизни и больше патронов к шотгану. Теперь я как-нибудь подробнее смотрю. Что будет, если я сейчас Ребекку уберу вот с кнопки? Не смогу отсюда выйти? Нет, я смогу отсюда выйти. Но не смогу обратно зайти, правильно? Да. Да, перестань. То есть ставить на кнопки обязательно. Что еще здесь есть? Ну, алтарь, понятно. Кроме него вообще ничего? Видимо, да. Карта тоже ничего не показывает. Ну, для начала
забрать патроны. И эти патроны. Зарядить, по крайней мере, шотган. Теперь я сохранюсь здесь. И попробую еще разок сразиться с Бэтменом. Допустим, в третий сот. Я думаю, патроны к шотгану мне больше помогут, чем что-либо еще. В этом зале, точнее, в этой комнате больше ничего нет, да. Ну, печально. Сойдет. Все-таки гранатомет хороший вариант против него. Просто нужно вовремя выстрелить. А, но только что теперь? Потому что, да, Бэтмена я убил. Но здесь ничего не изменилось. А, изменилось. Ага. Теперь мне нужен гарпун. Окей. Ну, пойду возьму гарпун. Теперь у меня есть патроны. Шотгану? Стоп, только... Я неправильно все делаю. Надо взять пистолетные патроны все-таки. Хотя, блин... Не, все правильно. Гарпун, да, он занимает два слота, то есть я не смогу подобрать гарпун, но я, скорее всего, все четыре патрона... Ну, не все четыре, а по крайней мере четыре патрона к шотгану потрачу на... На обезьян по пути. Так что у меня будет куда подобрать гарпун. Да. Патроны подбери. Ну и можно, наверное, взять в руки шотган. Так, надо быть готовым убивать, потому что за этой дверью обезьяны. Надо было Ребекку с собой взять, чтобы она помогала убивать. А с другой стороны... Я один неплохо убиваю. Шотган полезен. Так, ну и теперь взять гарпун. Залезть на крышу и с крыши открыть дверь. Наверное, так. Ну, потому что с крыши там есть лестница назад.
А та дверь, она просто открывалась с другой стороны, по-моему. Ну, сейчас разберемся. Гарпун. И больше ничего здесь мне пока что не надо. Бутылки я тоже не буду с собой брать. Когда-нибудь я найду канистру, но я знаю, где бутылки лежат, до них несложно добраться, просто это там 3 минуты занимает. А сейчас мне, чтобы их унести, придется выложить что-то. Шотган или патрон к пистолету, или сам пистолет. Так что нет, это плохая идея. Окей. Ну, попробуем что-нибудь сделать, куда-нибудь попасть. Не, я тут на крыше останусь. Постою. Да. Ну, теперь у меня есть работающий лифт. И еще одна красная трава. У меня уже есть одна, дайте мне зеленую. Зеленый тут точно нет. Нет, зеленый тут точно нет. Ну и, пожалуй, я сохранюсь. Зайду еще раз к Бэтмену. И на этом на сегодня закончу. В следующий раз у меня есть лифт, который куда-то ведет. И, в принципе, до этого все, что есть на локациях, я вроде все... открыл, везде был и так далее. То есть у меня есть учебный центр. Вот там дверь, но там нужен огнетушитель какой-нибудь. И, скорее всего, там вообще выход куда-нибудь, я не знаю. А... в остальном все в учебном центре у меня открыто. В подвалах тоже все открыто. Так что да, единственное, что у меня осталось не открыто, это дверь в подвале. В самом начале, где был, ну, после поезда. И вот этот вот лифт, который ведет куда-то. Я подозреваю, что потом нужно будет отсюда на время убегать в тот подвал. Где поезд? Ну, после финального босса там или что-нибудь подобное. Но это, я думаю, будет не скоро. Пока что у меня есть какой-то подвал. Ладно, я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока.